Добрый день! Сегодня мы послушаем произведение Иоганна Себастьяна Баха «Сюита для виолончели номер 1 соль мажор» в исполнении чудесного виолончелиста, американца, китайского происхождения Йо-Йо Ма. Хотелось поделиться именно этим произведением сегодня, потому что, на мой взгляд, это очень напоминает один древний символ – лабиринт. И в этом древнем символе есть один вход в лабиринт, и выйти из него можно только пройдя весь путь и дойдя до центра. И это мне очень напоминает в сюите Баха такое же поступательное движение и блуждание как будто бы в лабиринте. Ты то приближаешься к центру, то удаляешься от него, то вновь приближаешься к центру, то удаляешься. То кажется, что вот уже ты пришел, но нет, новый виток, новое развитие, новое блуждание. И вы знаете, это, наверное, очень напоминает нашу жизнь, напоминает то состояние, испытание, в которое мы все попадаем по жизни. И в чем главный урок для меня от музыки Баха и от символа лабиринт? В том, что нужно идти в любом случае. Ты не пройдешь лабиринт, если остановишься. Нужно идти, и неважно, будешь ты ошибаться, будешь ты падать, все равно главное идти, потому что только так ты сможешь преодолеть собственный страх, инерцию и, наконец-то, дойти до центра, то есть пройти это испытание, выйти из лабиринта с победой. И точно так же в этой музыке мы слышим, как поступательное движение идет, да, и ты идешь вслед за этой музыкой в лабиринте и доходишь в конце до финального аккорда, аккорда единства и победы, который так всегда важен в конце произведений Иоганна Себастьяна Баха. Давайте послушаем. Thank you.